Всем доброе утро. Город Новосибирск. Так, скачиваю фильмы на место выгрузки, потому что ребята сказали, там интернет не ловит. «Морской бой» я его смотрел, хрен с ним, набрал в поисковике фильм, вылезли самые популярные, скачиваем, что есть. Лишь бы что-нибудь было. Всем доброе утро. Время 11, пока стою. Прибрался в холодильнике, приготовил тут у меня мясо, которое, ну, уже сколько ему, где-то я его покупал еще, хрен знает, ну, дня 3-4, наверное, кусочки такое мяса. Хлеб, курица. Я вчера не всю доел, поэтому тоже все собачкам приготовил. Здесь все в пакетике лежит. Хлеб птичкам такой. И тут у меня курица. А, еще этот самса. И мясо. Кусочек мяса еще. Курица. Вот такой вот кусочек мяса. Это все собачкам пойдет. А хлеб птичкам. Отдельный отсек у меня такой. Еще у меня накрошилось. Ждем. Ну и тут остатки продуктов. Надо будет подзатарить еще. Ладно, ждем. Так, вчера наш коллега здесь был. Все еще не приехал. То есть я, наверное, на сутки минимум там застряну. Поехали готовиться сразу. Надолго. Город Новосибирск, все в пробках. Магнум, выходи. Перед переездом налево уйти. Все в пробках. Сейчас здесь переезд будет, да? Давай, Вольво, тоже выходи. Меня сейчас так же дафик пустил, мне пришлось через встречку выезжать. Спасибо. Бум-бум-бум-бум. Да я-то место, я на маленькое, мне-то попроще. Не за что, хорошего дня. А мы на выгрузку. О, Волга 3710. Правда, на веревке. Сейчас выезжал, грузовики стоят, я вот так. С той стороны тоже узко. Мне надо через два ряда, и получается, чтобы жопой не цепануть пятитонник, на встречку выскочить. Даф видит, такой чук, остановился, я чуп, через встречку выехал. Я говорю, спасибо дафику, он такой, давай. Что такое в Новосибирске? Пробки в обед. 8.56, час дня в Новосибирске. Едем на выгрузку, ребята. Продукты есть, вода есть, тушенка есть. Интернета только там не будет. Я не знаю, что я сутки там буду делать. Спать. Наши ребята. Так, заправка Shell. Надо ли нам что-нибудь? Новосибирск. Пока-пока. Ну, может, мы еще грузиться будем в Новосибирске обраткой. Пока не знаю. Вроде пока все есть. Поговорили с корешем, с Питером. В Питере уже в куртках. У нас 16 градусов. И тепло, в принципе. А, ничего не надо. Поехали. Так, заехал я на РЦ. Объяснили, до конца вправо 126 ворота. В принципе, как Михалыч мне и объяснил. Интернета, ребята, даже по трассе нет. Нет смысла ездить искать его. Туалет. Мусорка. Так, ну ладно. На новом месте сейчас бы справился. Был там, стал здесь. Да. Сутки. Нам стоять. Ну а что поделаешь? Что поделаешь? Будем как в те времена, когда я еще на простом КамАЗе ездил. 19-20 лет. Что такое интернет, никто и не знал. Включали какие-то телевизоры, диски покупали, на которых там 12 фильмов, блядь, двухсторонний диск. С таким качеством, что пиздец. Ричард Джонсон представляет. Синди Кроуфорд. Дэнни Девито, блядь. Сейчас даже диски такие не посмотришь, потому что ничего нет. Так, паркуемся. 126-е сейчас найдем. Всем привет, время час ночи, меня выгрузили. Поехали на загрузку. Времени без 20, час. Выезжаем, ребята, на загрузку. Будем грузиться на набережные Челны. Я думал, до утра будут держать, нет. Выгрузили. Это хорошо. А я так спал. Так, мне нужно вбить адрес погрузки. Но интернета здесь нет. Что я сейчас выезжаю в сторону Новосибирска. И там где-нибудь уже вобью адрес. А так как сегодня выезжал с Новосибирска, улица Станционная была вся в огромной пробке. Я решил поехать ночью.
загрузиться. Там вроде как ночью грузят. Повезу я кирпич. Какие-то блоки повезу. Боковая будет загрузка. То есть покатаю сейчас ночь, пока загружусь, потом с Новосибирска потихонечку выйду и до какой-нибудь стоянки. А там уже буду спать до обеда, либо как проснусь. В общем, мы на выезд. Погнали. Без интернета я не знаю, как мы жили раньше. Сидел. Ладно, ролик смонтировал. Покушал. Кофе попил сначала, потом чай с печеньками. И все, и пошел спать. Хорошие дороги. В город Новосибирск. Ну, мы находимся 3 километра от Новосибирска. За городом на окраине. Выезжаем. Выпустили, ничего не надо, просто открыли ворота и все. Ну, тут наши машины постоянно. Уже, наверное, привыкли. А, best price. Все, выпустили, короче. Даже выходить не пришлось. А, ехали. А у нас другого варианта нет. Идем в сторону Новосибирска. Даже там до ближайшего разворота, если ехать в сторону дома. В Челнах надо быть 16-го, но постараемся. Скорее всего, 17-го будем. Как сейчас загрузка? Газель. И как станционная улица? Надеюсь, не будет пробки. Поехали. Поработаем ночью немного, Николай. Ничего страшного. Выспался и там нормально. А если сейчас скажут, что мы не будем вас грузить, у забора будешь ночевать? Наверное. Эх, обожаю эти КамАЗ. Именно вот погода, когда прохладная, зимой, наверное, вообще кайф будет. Все в снегу, в машине тепло, ты босиком. Дворники шик-шик. Музычка играет и катишь. Красота. Эх, ночью давно я не ездил. Есть свои прелести ночной езды. Прекрасно, ребята. Ни пробок, ничего. Вообще, 2-3 машины едем. Новосибирску снова огромный привет. Покатаемся. Сейчас позвонил Димке, но у них 9. Я говорю, Димасик, посмотри, пожалуйста, тот адрес не тот. Станционная 60/4. Через 1 километр 500 метров, круговое движение, первый съезд. Там ли блоки? А то, может, у меня какое-то другое место, я еду такой довольный, что я там блоками ночью грузят. Придется потом искать место, где в городе переночевать. Ну, можно, в принципе, на нашей базе будет переночевать. Сейчас Димка посмотрит, скажет, не туда ты, блядь, едешь. И все. 60. Я, ребята, прибыл. Ну, куда я прибыл? Это капец. Я сейчас тут по темноте пробирался. Добрался. Дороги нет, но я утром все это сниму, как я сюда заезжал. Это кобздец. Оказывается, макулатуру я буду грузиться. Никого нет абсолютно. Ну, какая-то промзона, под шлагбаум заехал. С Димкой по наушнику болтаю. Я говорю, Дима, куда? Он мне рассказывает, где блоки. Я говорю, навигатор не туда ведет. Хлоп. Как-то развернулся еще тут в темноте. Прижался к деревьям каким-то. Ну, узко, очень узко. Утром покажу. Все, будем отдыхать. Время 1:30 местного. Я думаю, в 8 уже придут. Будем ложиться спать. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Ужас.